Хей, йога, я Мишимки, мы продолжаем проводить игру по названию Спанч Боб Сквепенс Battle for Bikini Bottom Replies, или как-то оно там. Мы на пляже, теперь мы пришли в парк. Сразу меняю персонажа. Sorry, lad. Прости, Йонка, но парк развлечений закрыт. Наглые роботы отняли у меня билетный киоск. И что еще хуже, мои денежки. Если поможешь мне разобраться с мерзкими роботами, я тебе щедро вознагражу. Говорит нам мистер Крабс. Так. You gotta carry a lot of stuff around. Это плохо? Походу нет. Походу да. Но зато плюс одно развлечение открылось. Он ледик внизу. Заморожен будем землю целую. Лопатку вижу. Две лопатки, да? Или то носок? Нету две лопатки. По 5 дают. Дают только по 5. Ладно. По 5 это мало. Ну, слушайте, это не арбузом, конечно, кидает, но... Как говорится, все варианты хороши. Особенно для меня. Манать улыбка, ман... Она с игру со мной. Тут что сейчас было? That's much better. I will crush them. Так, сладкая вата. Губка Боб может. Понятно. Могли бы и сказать. Я думаю, ничего бы не изменилось. Ну так я умею пузырчатый боулинг играть. Так, ладно, пока что тогда, значит, берем Патрика. Ну, да, не в этот придется мне. А когда я выучу эту способность? Алло.
О, носок. Там наверху еще что можно было уничтожить. Че, супер батут? Мне интересно, куда он будет спускаться. О, это опасно, я вам скажу. Кажется, это было зря. Да. Ну, я думаю, я носок подобрал, у меня сохранилось. Или нет? Да, сохранилось. Так, как мне так по-тихому бы спуститься вниз? So bright, so shiny. Ooh, wooden presents. Так, Патрик. This one goes boom. Ах, Патрик, не допрыгнули. Ну слушай, зато мы на американских горках. Ау. Ouch, kaboom! I don't think SpongeBob's underwear fits quite right. Ой, идите в жопу. Play as a whistle. Smoothies! Yummy! Я пытался как мог. Ouch. Даже так. Где мой приз? That's much better. Воспользуйтесь качалкой Патрика, чтобы отправиться на остров на пляже. В Лагуне Бичи. Не. Мы идем сюда. За лопатку мне интересно, как я вот тут лопатку достану.
пробовать можно, в принципе. Это без понятия. Знаете, я как торпеда лечу. Вооруженная торпеда. Ага. А, я и забыл уже про это место. Так, мне Спанч Боб нужен. Окей. Это все? Поздравляю, Губка Боб. Ты король пляжа. Вот, держи золотую лопатку. Ну, пойди, все. У нас еще сколько локаций? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 локаций, 9 Сон, Патрик, еще что-то. А, подожди, это сколько я могу получить лопаток у мистера Крабса? А это у Патрика. Сон Губки Боба. Понятно. Так, значит, следующий у нас там, где был проход, корабль Дэвид Джонса. Ну, можно потом оставить. В принципе, все, те. Можно будет потом все другие серии игр Губки Боба сыграть. Тоже там про роботов есть. Про роботов это не первая игра. Там есть про роботов с... А фу, я думал, что за херня. Так, я еще могу обменять. Did you find my lot? Not yet. Oh. А, 10 надо. Я привел вас сюда двоих, дабы подвергнуть великому. У меня остальные нервы и песчаные мускулы. И глаза Джоуи. Мы с Эйдром разрушены могучим врагом, который вам предстоит уничтожить. Не терпите, ваше величество. Не томите. В этом углу защитники Посейдоном, маленький квадратный мальчишка и его противник, громадный смертоносный робот-белка. Смотри, жираф! Кажется, мне пора домой. Кормить Гарри! Ебануться!
Как великий сироп. А, все, я врубился, что мне нужно делать. Looks like the robots left itself vulnerable. Не, я не понял. Great Barrier Reef. Да, я понял. Ну слушайте, это не медуза, здесь три стадии. Sponge Bob has an opening, but will he get the drop on the robots? Now the robot's taking a beating out there. Ну, в принципе, однотипные атаки. The robot better change tactics and fast. Хочу поиграть, хочу поиграть! Патрик, мы не играем! Мы сражаемся за свою жизнь! Хочу поиграть, хочу поиграть! Ох, ну хорошо. О, Патрик слишком близко подходит к этому железному монстру. Капотум! Как снова в деле. Робот теряет свою голову. А, я понял. Какой потрясающий удар в исполнении Патрика. Похоже, у Патрика здесь есть возможности. Что-то там. Я на картинку смотрю, там типа Сэнди Монстр и Патрик. Блин, а что это была за серия, подожди, когда она ему голову оторвала? Не помню. Ура! Как весело! Бумка Боб, твоя очередь! О? Ну? А, это Венди как... Сэнди, то есть. Ой. Это ж когда это, она в спячку ходила. И она типа хотела жрать много. Ох, какой апперкот! Я вот это не пойму способности. Fresh like a spring breeze. That's a bubble bash opportunity if ever I've seen one. Это самый подходящий отличный маневр, Губка Боб. Это матч почти закончен. Это не двойной прыжок. Странно. That's a bubble bash opportunity. Это самый подходящий момент для пузырчатого прыжка. Что ж, бой был славный. Расскажи ему, что он выиграл, Джонни. Новую способность, чашу с пузырьками. Но погоди, это еще не все. Золотую лопатку и все еще не все. Подарочный сертификат на $5 и 32 цента. В малейшем магазине сумешных рыбьев, хлопьев и цветочек. Ох, спасибо. Это так важно для меня. Я обещал себе не плакать. Плачь, сколько тебе влезет. Главное, не здесь. Мы только недавно пол помыли. Нихера себе арена, битва с боссом. У-у-у. Это было типа прикольно. Ну тут видите, типа босса со стадии. Слушай, Планктон. Блин, я говорю с почему-то голосом Сквидварда. Ну, да. Yes, да? Что такое? Мне просто интересно, почему все роботы как будто берутся из помойного ведра. Правда? Я и не заметил.
Ну да. И еще там большими неоновыми вывеска, на которой написано «Штаб роботов». Губка Боб, мы ведь друзья, верно? Нет, не точно. Exactly. Точно. И как твой недруг, я тебе беспокоюсь. Как сейчас, например, ты слишком много думаешь. Я боюсь, что ты можешь себе навредить. Я скажу тебе, что я буду делать, и я буду думать за тебя. Так ты не примечешь себе вреда. А ты пока можешь продолжить работать над тем, чтобы вернуть меня в помойное ведро. Спасибо, Планктон. Ты лучший недруг, который только можно пожелать. Теперь мне больше не нужно думать. Ага, короче-то мы переселились, да? Комбо. Дом престарелых. Давай я научу тебя пузырчатому боулингу. Нажми эк и выбросить пузырь, который может сбить с ног роботов на безопасном расстоянии. Вау! Это да. Главное, не забывай, выдумание пузыря работает только на предметы, которые находятся у поверхности дна. Понял. Так, 30. Давайте сразу по лопаткам смотреть. 30. 40. 25. Кубический паркур. Куда дальше? Так, я вижу, там тоже лопатка. 27 лопаток у нас. Сент Монтедей. Домик Сэнди. Полицейский участок. Полицейский участок. Ну что, давайте тогда, я думаю, к Сэнди отправимся, так как у нас босс был Сэнди. Водички надо готовить. Сэнди, твой древесный купол протекает. Чёртовы роботы разбили стекло, Губка Боб. Мой древесный домик под завязку забит роботами, и виноват в этом ты. Так что залезай туда и все исправь. Лей. Вы готовы, дети? Приготовьтесь. Вперед. Ну ладненько, так-то лучше. Думаю, тебе она больше не пригодится. Маленько как бы выглядит, конечно. Воды! Мне нужна вода! А, все? Вот на что. Может, тут есть что-то секретненькое? Нету. Ладно. Тогда мы выходим, идем в полицейский участок и в дом престарелых. Да. О, так, полицейский у нас кто там? В мультфильме я не помню. А я вообще не помню полицейского в мультфильме. Я помню, как Губка Боб с Патриком хотели стать полицейскими. Они там херню творили, искали убийцу.
Что там еще было? Бикини-ботом. Да ладно, тут есть досье. Ни хрена себе, сказал я себе. Ну, гу, чекнем. Бикини-ботом. Расходник. Изящная электрическая атака касания недостаточно высокая, чтобы ездить на большинстве американских горках. Но более злобный, чем старый бешеный моллюск. Так. Фризбот. Атакующий шлепком. Страшные силы, опуская руки вниз. Прекрасно делает массаж ног. Зажимает лимоны. Выжимает лимоны и устраивает кукольные представления. Ракетчик. Раздражающая ракетная атака любит закатывать истерики и обладает просто взрывным темпераметром. Не слишком дружелюбен. Бам-бам-боут. Робот преследует тебя и делает бах. Этого робота можно послать к другу, который ты не очень любишь. Суицидник, короче говоря. О, это у нас спойлеры. Ветчинатор. Ветчина? А, да, ветчина. Впечатляющая атака мясным субпродуктом. Умнее, чем кажется. Хорошо сочетается с брокколи и выдерживает кони... Кьяни. Кьянти. Муссон. Атакует электрическим зарядом, довольно чувствительный, читает стихии, любит растения и обожает бить током прогуливающих жителей. Тартар. Жуткая атака соусом. Тартар пахнет немного лучше, чем тухлая рыба. Робот-кусака. Немного неуравновешенное создание, остерегайтесь его смрадно... Собачьего дыхания. Любит жевать игрушки с... случайно прохожих и мимов. Планктон. Планктон самый лучший и образцовый гражданин, которого я знаю. Ему нравится помогать людям. Взламывать компьютеры. Не обращайте внимания на последний пункт. Планктон самый лучший. А кто у нас тут еще будет? Ковбой. Ковбой. Но это вот ковбойская тематика. Это снеговик. И фиг знает. Это прибор для осмотра роботов. Наступите на металлическую пластину перед прибором, чтобы его включить. Вы можете использовать прибор, чтобы ознакомиться с личными делами захватанных роботов. Ну чё, давайте тогда я напоследок зайду в дом престарелов. К... очень, довольно-таки... известным супергероям. Блин, только вот я не помню, как их, конечно, звали. Я помню только украинскую версию. Очкарик-то... Молярик. Слепарик. Слепарик и еще кто-то. И моллюск. Слепарик и моллюск. Вау, это, да, морской супермен и очкарик. Мои герои. Ударьте меня в одном из шторма. Ударьте, ударьте, ударьте. Мы больше этим не занимаемся, малец. Мы на пенсии. Кто там? Мастер по починке телевизоров? Нет, но вот они не местный мальчик-губка. Ох, ты не знаешь, что он часом не умеет чинить телевизоры? Морской супермен, для меня будет огромной честью починить ваш телевизор. Как здорово! Так что, губка-боб, ты правда хочешь помочь? Ой, еще как!
Ну ладно, но хоть немного сбавь оптимизм. У меня твоих слов еще вот сводит. У нас небольшая проблема с роботами в Урсалогове. Ты веришь, что справишься с этой задачей? Даже не сомневайтесь, очкарик. Тогда отправляйся к дивану, там окажется доступ к Урсалогову. Встретимся внизу. А сегодня будет давать пудинг? О, на диван мы отправимся, ребят, уже потом. Тогда уже давайте на следующую серию я это оставлю. Чисто, как говорится, деда отпиздил. Ну да, давайте тогда, думаю, на этом мы с вами закончим. Поэтому, ребят, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем до новых встреч, друзья. Всем пока.